Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Subaru VRX. Ремонт переда. Итак, машина уже разобрана владельцем, также он установил новый капот и вытащил двигатель. Правое переднее крыло буду равнять. Левый лонжерон на замену, подрамник тоже. Итак, ремонт начинается. Удаляю весь поврежденный металл. Он будет мешать при ремонте. Измеряю диагонали лонжеронов. Как можете видеть, лонжероны уехали немного вправо. Сначала я выровняю диагонали и затем вытяну левый лонжерон, насколько это возможно. Диагонали в порядке. Теперь я удаляю весь поврежденный металл с лонжерона. С левого лонжерона я тоже удалил немного поврежденного металла. И для продолжения работ я устанавливаю подрамник для примерки. Есть небольшая проблема с креплением. Решаю эту проблему. Проблему решил довольно-таки легко. Теперь я равняю все остальные детали. Итак, весь металл подровнял и приготовил к сварке. Устанавливаю лонжерон и усилитель бампера. Лонжерон прикручиваю к подрамнику. Измеряю диагонали
и высоту. Все должно быть одинаково. Итак, все чудненько, все в размере. Свариваю все. С лонжеронами я закончил. Лонжероны сварены, зачищены, загрунтованы. Теперь нахожу центр машины и затем привариваю телевизор. Сначала нижнюю его часть. Верхнюю его часть приварю после того, когда примерю фары. Зазоры гуд, привариваю. Обрабатываю все внутренние полости лонжерона мобиля и затем устанавливаю все детали переда. Но сначала мне придется немного подровнять правое переднее крыло. Для этого я отсверлил внутренний элемент. Последние штрихи, и теперь могу все устанавливать. Вот и все. На этом моя работа закончилась. Отдаю машину владельцу. На эту работу ушло 40 часов. Ну а на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!